Доброго времени суток, друзья, с вами команда Зяблик, а точнее Лутос, и кто со мной? Хиспи. И мы играем в Mob Wars на сервере Wine World. Я думаю, многие знают об этом сервере, только мы вот недавно начали на нем играть, да, Хиспи? Ой, господи. Когда уже все играют на этом серваке. Так. Нужно магазин вооружений. А, я ж ничего не могу купить. Вообще, в чем суть-то режим? Ой, подожди, я что-то громко как-то ору. Суть режима заключается... Ой, меня пинают, Хиспи. Ой, ё-моё. В общем, суть режима заключается в том, что вы бьете монстров, они как идут к вам волнами. Примерно такой же режим был в Доте. Это один из моих самых любимых, можно сказать, режимов. Это вообще жесть просто. Это Wars называется. Да. А, ну, в Доте назывался Hero Lane Wars. Тут вы бьете монстров, вам выпадают всякие плюшки и отправляете врага. Так, давай я им туда слабачков чутка подкину. И вот их морпехов, ёп. Все, я потратил все свои вот эти вот сбережения, так как вы можете призвать только 10 монстров вот, за волну, вот эту вот, которая сверху сила идет. Ваша. Да, так что вам нужно с умом посылать тоже, как бы. О, красные уже сливаются, смотри. Они уже там, нас один уже слился где-то. О, ля, зашел обычно. Лайфхак? Да. О, лайфхаки делают жизнь проще, ты чё бахнул? О, у меня есть супер золотой яблок. Вау. Также вы можете... Да, супер-супер необычное, супер-супер золотое. Вы можете улучшать своего персонажа, как так сказать. Вот, я сейчас куплю себе новую палочку, чтобы она у меня больше дамажила. Так как если вы не будете сами улучшаться, а будете только посылать монстров, то вас просто спушат враги. Ну, должны быть люди, которые чисто посылают монстров, а и должны быть, которые чисто улучшаются. Ну, чисто улучшаться тоже нельзя, знаешь, тупо тратить деньги только на улучшение, так как у тебя вот тут справа написано доход и деньги. То есть доход в раунд, сверху вот эта полоска, когда желтая заканчивается, вам приходят деньги. И вы, главное, должны следить за этим. Вот тут Толик бежит, кстати, что-то на него никто внимания не обратил. Вот мне кажется... Выбирай, что ты делаешь упор. Либо... Ну да. Бьёшь, либо... А чё такой Толик-то быстрый стал? Сколько он быстро бегает? Раньше он не так быстро бегал. Нет. Жесть какая-то. Надо сейчас им тоже Толиков закинуть, чтобы они там не расслаблялись. Я так знаю. Я тоже. Но я только палочку себе сейчас улучшил. Мы играем вроде на карте Арена, да? Да. Ну, она такая простенькая, согласись. То есть предыдущие карты, на которых мы играли, они как-то такие, не знаю, с изюминкой. А тут прям прямой проход и все. Тоже здесь встать и все. Ну ты там вообще читак, а я играю, честно. Я без всяких там. Под этих мухлевок. Единственный минус, когда ты улучшаешь эту палку, то у морпеха остается 0 хп, когда ты его бьешь. Вообще жесть. Паук меня! Паукан! Я сейчас вам дам хилку. Даю хилку. Я бы на тебя не попал, кажется. ВДВшник. Мне тоже надо. Ну, у меня тоже есть что. Да. Беру скорострела одного и Толика. Не, мне только на скорострел хватает. Доход 104. Фига ты уже. Надо будет это, посмотреть, как Хиспи там раскачивается, потому что у меня доход всего 81, а у него уже 104. Вот Хиспи читак, где-то читерит. Я кстати снежок выпал. А, мне тоже. Ну ты снежок перебереги для каких-нибудь жирных мобов. Так, что-то наши противники. Наш противник, я тут с ним стою. Иду к вам! Они нам послали мелких куча. Но это фиговая тактика, на самом деле. То есть там одна тактика, знаете, но в одиночку вы ее не воплотите в жизнь. Мы против... Ну, против нас ее используем. Толик, смотри, два. Иду Толиков разбирать. Или ты разберешь Толиков? Да этот... Что, приобрести могу? Толиков. Толика побил. Также вам падают дополнительные деньги и еще всякие плюхи. Куча всяких плюх. Еще Толиков хочу. И вот этих вот. Все, всех посылаю. Теперь у меня доход 120. И получается 120 монеток я в раунд получаю. Я думаю, следующее, ты дальше вкладывайся в мобов, а я буду сейчас улучшу потом свое вооружение. Потому что они что-то нам начали посылать этих вот скорострелов и еще каких-то не очень приятных мобов. Такс. Нужно думать. А, Толик, нет. Паукана им пущу. Еще слабачка. Денег, конечно, не так много.
Но хватает на самом-то деле. Ну же. Что-то как-то долго волны идут. Бывает идет передышки между волнами. Сверху вон вижу эту штучку. Ну да. А почему они сейчас не заспавнились? Они, потому что они не заспавнились, они до сих пор били мобов. А, так мы их вообще. Что-то похоже изи гейм для нас будет. Может быть. Мобы пошли. Да. Ну парочку кто-то. Ой, да это вообще. Это даже не мобы. Это даже не считается. О, доход 200. У меня 167. Витолик. О, идут. Я паукана еще пущу, еще Толика. Главное, не забывайте посылать всегда мобов, потому что чем вы раньше разовьетесь, тем будет лучше. Вот чем больше у вас будет дохода, тем лучше для вас и вашей команды. То есть у вас больше шансов победить. А на самом деле вот этот режим офигенский, мне нравится. Такой же примерно был на Кристалликсе. Почему был? Потому что все же знают, что случилось с Кристалликсом. То, что там единственный плюс еще был такой, то, что вы могли улучшать свою базу еще. То есть там это было забавно еще и с улучшением базы. Но тут такой возможности нет. Тут вы просто улучшаете самого себя и посылаете монстров. Ну-ка, мощища. Куплю мощь. И кикера. Кики а тоже вот куплю. О, они нам этого зомби посылали. Адовца. Помогаю тебе с мощищем. У меня что-то хп мало, надо бы подхилиться яблочком. Немножечко. И теперь я думаю, все-таки куплю себе сейчас следующего дохода. Как знаешь, зарплата с Ютуба также. Оп, степуха упала. Купил меч новый. Только она не увеличивается, а тут можно увеличить. Морпехи, слабаки. Трех слабаков куплю. Просто чтобы было. Ну, они вообще, походу, там это, расслабляются как-то. Что-то ходят там спокойно. Мы их сейчас напрягать будем по-жесткому. Вот Толик, Толика сейчас убьем. Толик вообще с трех ударов кладется. На изичах. А давца куплю. А, нет, давца лучше же толпой посылать. Так что лучше пока. Вообще можно понакопить чутка денежек и попробовать их запушить. Но вдвоем, конечно, это слабо. Слабо, как сказать, это. Вы, кстати, как... самофарминг режим покойно. Ну да, если вы хотите заработать кучу коинов, то включайте множители и идите играть в этот режим, по сути. Прям без остановки. Головы, кстати, тут стивовские почему-то. Тут же должны быть не только стивовские. Ну там, людей, наверное. А еще забавно, что, знаешь, поставили вот так вот окна, и можно наблюдать за противниками, что там у них происходит. Но что-то у них вообще там не веселое, так как они нам даже ничего не посылают. Вот только одного кикика. Здравствуйте, кикик, мы вас забьем по фасту. Бедный кикик. Давай сейчас попробуем так, ты посылаешь таких более сильных, а я кучу мелких, давай. А, да, у меня еще денег, я вообще меч сделал. Ну я тогда просто кучу мелких сейчас куплю. Что у меня доход уже 500, пора и меч заиметь. Угу. Видите, как Хиспер зажрался? Зажравшийся уже, как говорится. 546 даже. Видишь, они там был бы то. Типа свай. Сейчас пойдет. Что-то у меня либо деньги. А, нет, нормально. Так, адовца. Адовца увеличение 200. Куплю вот столько адовцов и вот так вот. Потом покупаю. Кикика бью. Еще бью кикика. В общем, есть такая тактика посылать толиков. Кикиков и кучу мелких. Вот так вот нас настолько быстро запушили. И кто-то зажравшийся мобами Октавиус, видишь, посылает. А-а-а. Ну это дурачок, наверное, какой-то. Потому что сейчас рано очень посылает. 1000 цена. Да, он что-то какой-то. Просто дурачок. Не надо так лучше делать. То есть нужно более, знаешь, для идеального вообще взаимодействия нужно как-то кооперироваться с командой и обговаривать, что посылать. Что-то походу, нифига у них там кикиков. О, это ГГ. Так, это же я. О, это я все. Сейчас гроза пойдет. Это можно. Бах, бах, бах. Воу. Походу все. Походу это вин еще будет. Кикиков надо вам. Толиков, кикиков. Мощище. Рили, это вообще походу вин, они нам даже не... А, послали Толиков. Давай ты вот этого Толика, я вот этого Толика. А приходую. Так, все. Даже не заметили этих мобов. И я думаю себе куплю еще один меч.
чтобы просто был. Потому что сейчас мало ли они подготовят нам супер раш, и мы такие, господи, что происходит? Так, у меня доход 1000, но я там адасов послал, они сейчас должны отхерачить. Да-да-да-да. Сейчас будет. Ой-ой-ой-ой-ой. Там вообще все фигово. Похоже, это easy game for V, блин. Чё у нас тут есть? Еще адовцев и кикиков, и толиков немножечко. Я скорострелов миллион просто засылаю. Чтобы вы знали, скорострелы там... это те зомби, которые быстро бегают вот так вот прям. Шу-шу-шу-шу. Очень быстро. Я там сколько возможно было, я столько и засылал. Нам этого, чувак, этого, смока. Оу! Изи. У них даже один ливнул. Такой, да ну вас нафиг. Просто какие-то вы слишком жесткие, ребята. Ну, на этом мы и закончим. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если хотите еще больше серий на Vime World. Стримов на Vime World. Потому что мы бы с радостью бы тут играли, знаете. Такие вот всякие мини-режимчики интересные. Хисби, обращайся. Всем пока-пока. Пока-пока-пока.